Акция «Мы вместе» прошла в Сарове уже третий раз. Продуктовый набор из рук волонтеров получили горожане, попавшие в трудную жизненную ситуацию из-за пандемии, малообеспеченные или многодетные семьи. В пакеты, которые добровольцы доставили по адресам, входили самые необходимые продукты – подсолнечное масло, крупы, консервы, чай, соль и сахар. Получили мы эти наборы из Министерства социальной политики. И их поступило пока 102. В ближайшем будущем ожидаем еще штук 90. Так что, я думаю, все люди, которые очень нуждаются и находятся без средств к существованию, получат необходимый продуктовый набор. Волонтеры соблюдают все необходимые требования безопасности, носят маски и перчатки, избегают близкого контакта с получателями продуктов. Артем Белавин первый раз присоединился к акции. Молодой человек считает, что в это непростое время помощь нуждающимся нужна как никогда. Для меня важно помогать людям, мне это важно и интересно, я хочу это делать, потому что ситуация такая сложная в стране, ну и как-то не могу оставаться равнодушным к этому. Еду передают горожанам из списка, который формирует Управление социальной защиты на основании доходов. Кроме того, разного рода помощь оказывают и другим категориям граждан. Люди не брошены, и мало того, мы не только по спискам Управления социальной защиты разносим продукты, но еще и по заявительному принципу. У нас есть небольшой запас продуктов, которые мы можем вот таким остро нуждающимся гражданам доставить, ну, на тот период, когда у них, скажем, отсутствует пенсия, или они не успели получить. Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в Центр социального обслуживания населения. Специалисты помогут в том числе восстановить потерянные документы, связаться с родственниками, обеспечить уход. По всем вопросам обращайтесь по телефонам 694-41 и 694-39. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24.